решил, короче, помочь тоже, убить его. И в итоге у него удвоились хп, потому что у него звери начали бить. Я начал бить. Он хуй сос в итоге АФК стал, просто стоит смотрит, блядь. У него звери сдохли, а я бью элитника здорового, у которого в два раза больше хп, чем нужен. А ты за кого? Я за чернокнижника. Как да, и фиг и бездна. Естественно. Я хотел Никите показать скриншот, кого-то воскресил за ДК. Никита, думаю, догадывается. Я не просто воскресил, я воскресил, поставил на колени перед собой. Ты можешь покажешь там? Хай. С вами Максим Гай. Просто на колени, блин. Никита, видел скриншот? Я посмотрю. А где? Чё? В чирикалке. А, ты отвод... Ну ты не было. Ты против Алла Уордена, значит. Она сдохшая, блин, была. Я на колени поставил вытмы. Хорош. А Макс шапку с него забрал. А я шапочку забрался. Вы долго еще там? Вань, ой, Лен, приглашай. Ща. Блять, устраните оперативников с помощью взрывчатки. А вам брать надо. С помощью взрывчатки фьюза. Так, еще есть Зофья, Лорес. Я не могу найти игру в списке, блядь. Вот, вот здесь есть. Нифига себе. Вот это Зевон. Давайте посмотрим, кто зевнет лучше. Иди ты. А почему я? Хорошо. Да. Хорошо. Нифига себе. Ты очередь прям из зевонов. Помоги. Вы что, дебилы, поможете? Мне чисто интересно, как ей пользоваться. Жопой? Да, с ракой. Трыдалищем, тузом. Кретин ебаный. За что? Ну просто кретин ебаный, все. Неправда. Чтобы тебя взять еще. Не. Вы заебали, блядь. Да хватит зевать-то, блядь. Я не могу просто. Сука, здесь сидят, зевают.
Ты тоже посиди. Позевай. Постой. Ой. Ага. Ой. Ага. Блять, мисс кликнул. Не на ту фразу. Мисс Форд просто. Не на ту фразу нажал. Макс, заходишь? Да. Да ёб твою мать. Что? Что, мамочку, что там? Я уже сбивать, я уже, сука, снапчил. Ну, чёрт. Что такого? Позевонькай чуть-чуть и всё. Я сейчас усну нахер. Спокойной ночи. А играть пойдём. Заходят люди, Никит, но ёпта, блядь. А, ну они есть, уже хорошо. Меня звать Ставра Тимас. Ведь я ведь Макс. Ведь я... Бешмакс, да. Бешмакс. Зовут все Ставра Тимас. Меня Бешмакс. Зовут Ставра Тимас. Я все... Меня зовут сейчас Макс. Ведь Шмакс. Меня зовут друг. У меня не работает. Ты Ставрати Макс. Не работает игра. У Макса игра. О, приглашать. Не работает. Какой ужас. А тебя нет сети у меня. А тебя в радуге. Сейчас нет сети. Что? А в радуге. У меня... В радуге тоже нет. Нет. В сети. А ты у меня есть? Сейчас я посмотрю, погоди. Нет, слушай, у меня, к примеру, нет. Он в офлайне сидит. В офлайн. Не Макс, ты... Почему сейчас? Ты мне типа пишешь, что это не на месте, у тебя меня. Я вас приглашаю. Я тебе не пришло приглашение. Нет. Ваня, тебе пришло? Нет, и у меня не пришло. У меня нет приглашения, типа. Нет тоже. Перезаходить надо, Макс. А сейчас видно? Сейчас. Видно. Есть! Максимка! Ну, пойду поссорюсь, такая пьянка. Твой. Показал. Там, кстати, уже началось, если что, это... Привет. В ДПД началось, ты видел? Сегодня заходил? Я заходил это поиграть с... Челиком.
Там типа началась перед это. Пред... Как там спать? Ну, предгодовщина. Предгодовщина. Типа Bloodhunt начался. Скидки в магазине. Мне надо удалить типа тестовую версию сейчас опять, чтобы зайти. Там же можно настройках как-то поменять. Ну да, но я типа качал. Мне не нужно будет второй раз качать потом, потому что я сегодня качал и два раза, блядь, потом почему-то качал. Два раза устанавливался, два раза проверял, и все сгорел. Не-не-не-не-не-не. Я бы за это. Так, паблик тест. Удалить устройство, правильно? Нет, свойства. И в свойствах, да, где? В этой версии? Нет. Вот так. ДБД, обновление все равно, блядь. Сука, то есть оно... Ой, бля. Какая клевая. Ты видел мемента нового маньяка? Какое кровавое? Нет. Блин, там такой разнос в башке. I didn't give a fuck. О, а мы что, уже играем? Нихуя себе. Угу. А я лечу, блядь, в друствор. Опять каверин. Тяжело кайф будет. Блять, что за... Что придушки на там эти не кидали? Лошадка, блядь. К обороне, не дайте врагу пройти. Такс. Никита, лошадка. Блять. Я хочу на Alt нажимать. Потому что в FF Alt это Shift. У вас 5 секунд. А Shift это тап, а тап это... Нет, там Shift'а нет вообще. Противник не должен обезвредить взрывчатку. Я тут одну ношу. По стену креплять я буду? Нет, эти еще камеры. Ну нахуя вот это говнище ставить, блять, нахуя? Ну нахуя ты туда это говнище поставил, объясни мне? Нахуя ты эту хуйню туда высрал? Чтобы ее разъебали вместе со щитом и вместе, блять, с вот этой хуйней и вместе с генератором, правильно? Иди смотри туда в нее, блять, стой. Бля, ты бань на дочь сказал, что меня не чуть силу этого. Блять. А, понятно, стоит, а? И откуда они придут? Отсюда бегут. Идут. Это жгут. Жгут, жгут, жгут. Или ты можешь куда-то или? Доха никто не взял. Вот че за... Я пустой! Взрывчатку нашли. Нейтрализуйте угрозу. Это остановлюсь без сканирования, это херово. А, тут гоняет клатч. Клатч гоняет. А в чём он с этого? У меня же там морки. Как денег из магазина. Взломал, скорее всего. Ой.
Смотри, что ты мог заруинить, блядь. Какой охуенный килл. Если бы он, блядь, взорвал гранаты или чем угодно, блядь. Сучка, блядь. Блядь, я тебя сейчас съем. Чё? Я тебя сейчас съем, блядь. Меня? Да. За что? Потому что, блядь, какой свой твой. Что? Почему я опять будет обновляться бетка, это ебаная хуйня, блядь. Да блядь, да блядь. Рандом. Хороший пойдет. Герой. Пойдет, Макс? Да. А куда пойдет? Охранять у заряды. На парад? По башке все просто. Дебилы. Под придурки просто. Установлю защиту. Давайте, чтобы все стены были укреплены в этой комнате. Противник обнаружил заряд. Все к обороне. Патроны кончились. Ставлю силок. Сейчас. Капкан на месте. Генератор помех активен. 10 секунд. Усилил стену. Есть 5 секунд. Взрывчатка активирована. Ставлю преграду. Мне не максу заряда. Здесь укреплю. Вот, опа. Блин. В смысле? Там в голову мне просто прописало типа. Да, слабый пиздец. Это косвенная пиздец. Я понимаю, все ждем. Слышишь? Косвенно, косвенно. Еще экспоуз, блять. Вот тут осторожно. Еще так. Смотри проход, лучше тот, куда надо. Блин, тебя видели, твои ноги увидели, тебя ноги видели, твои. Чем ты лег? Я не знаю. Вас выслеживают. Ой. Тут двое, тут двое. Не высовывайся. Один. Войне проблема. Нет, Магай, они увидят, если тебя увидят, тебя максимум слышишь. О, блин, имеют, одна очень косвенно там от него, которая была. Поэтому не высовывайся. По-моему, еще одна у нас. За счетом. Где? Где чел тут разбивает? А, меня обнаружили. Один там был. Меняю магазин! Блядь, что за бред? Все попали, ты замедлишься, Никит? Живых нет, только один. Да там убил кто-то. Блять, там да за щитом. На правку. Меня больше удивило, почему меня замедлило при том, что я типа пытался слезть. Пятнадцать секунд. Бежит. Сука, убежал. Еще 10 секунд. Еще 5 секунд. Время истекло. Он же ставил, что он отменил. Он сейчас слышал, что ты бежишь. Он обосрался. Так уже же время вышло все равно. Если отменять, сразу проигрывает. В чем смысл? Дурак. Дурак. Так, возьму. Возьму на тебя активатор, потому что.
Меня зовут Максим Ставрати, я Ставрати Максим. Вот такая вот хуйня. А. Нужно отыскать заряд. Первый этаж, походу. Да, вон там. Как сканировать? Ну, кнопку я забыл, блядь. На X. Сука, я бы всех сейчас расканил. А, ёбану, я срал. Ёпта, блядь. Успеть. Нас вот просканал. Чё, хэкнули, блядь. Было прикольно, если бы не добили еще. 15 минут, блядь, секунд отдыхаем. До начала 10 секунд. Можем минут? Можно рыгнуть? Осталось 5 секунд. Ну, если ты быдло, то можно. Местонахождение заряда известно. Обязательно. Я то еще быдло. Так, как? Пробьем их оборону! Что там пробивать собрались? Враг обнаружен. Опа. Попался. Да, может быть тут близко, может. Сейчас дай я пойду проверю, короче. Блять. Нет. Ой. Близко нет пока. Видел, дали. Он стоит вот тут вот. Он за этим стоит. Сикар. Пробежать чуть-чуть. Сикар, ты стоит. Там в проходе, правда, был еще. Так, мы дальше не пойдем. Близко слева он. Ай! Убил! Первого нет! Я секунду стоял, просто молился, а потом подумал, что я все-таки отойду. Макс, стой! Да я. Кто? Давай, запускай. Передо мной стал. Запускай. Кто это? Сзади. В дырки. Никит, кого ты стреляешь, нахуй? Только нет, блядь. Ты, та-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 
Я немножко без двух просто. Страшила ебаная. Я свои ебало посмотри, чмо, блядь. Или... Да, красавчик. Или на втором месте не дают зеркал. 5% выпал пэк. Мне на 3-5 можно? Да. Да. Что за в доте обновление на 600 мегабайт? Какое-нибудь обновление по типу Dark Moon. Локализацию поменяли? Вань, там это, скин на Солис добавили. Можешь взять себе лесной. Да? Ой, нету. Что угодно, только не лесной. Лесной лаванда. Вон усатик какой-то. Военный врач, блядь. А, сейчас бы в игре про войну купить скин. Про войну, блядь. Найс. В игре про войну. Ну про я стрелялки, гранаты, блять, купить военный скин, блять. Зачем сходишь? Палатиком. А, понял. Я приводил гулять. Так, ладно. Начнем. Так, дорогие. Почему у меня лесное оружие какое-то раскрасное? Что это за раскрасное? Бля. Павлины какие-то. Кстати, а как на них играть? Что? Как играть вообще на этих картах? Нормально, заходишь сверху, получаешь. И убиваешь, табло, умираешь. В табло получаешь, выходишь.
Выходишь, берешь свою эту на 100 патронов. Та-т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 а. А вы меня прикрываете. Мне кажется, Андрей, ты просто очень сильно хотел сказать «а», и сказал «а», это ничего другого не было. Нет, я сказал «а». Не подразумевалось под этим. Я птеродактиль. Ты придурок. До 10 лет. До 10 лет. Ты птеродурок. Типа вырос. Переросся там. Животное. Зоопарк, блядь. Давай, Ваня. Я Никита. Ого, блядь, или кукареку, давай. Заткнись ты. Опа! Тут враг был. Ух, ёпсю. Здорово. Где я езжу вообще? Блять, я эту комнату проебал, пиздец. Я вообще не туда свернул. По улице дальше поехал. Врубаю ДД. О. Обалденно. Усиленно ломать. Я забыл. Это самое опасное, что я сделал. Откуда меня нашли? Где камера стоит? Пробьем их оборону! Меня еще. Видите противник, я внутри. Где камера? Вот тут камера есть. ДД актив. Вот тут камера. Меня по ГД сканет камера. Тут хуйня. Меня тоже. Активирую дрон. Отмечу противника. Это что было такое? Это я. А я упал. Эти гранаты. Мы выше, блядь. Осторожно, хуйня, вот камера. Вот камера. Ладно, я залетаю. Убери эту тварь. У них бронежилеты есть. Ясно. Активирую дрон. На, блин. У этого уже нет. А короче, делаю тактику на подавление. Я расстреливаю дверь и заходит. Мина подготовлена. Охуенная тактика. Все. Давай отойди от двери. Перезаряжаю. Справа. Угу. Живых один противник. Тупо пулька это. Не тебе активатор. Пацаны там черный топ. Блять. Да, она сейчас эй сделает. Жив лишь один оперативник. Удалось вернуть деактиватор. Ай, ну на стул, и там остался доллар. На. Команда уничтожила врага. Хуеть, смотри. Я не знаю, как это мне стрело. А я решил, что если стоит, значит не зря же она там стоит, правильно? Молодец, молодец. Бля. Все, темки пошли набираться, блядь. Блядь, может. Да и до. Заряды с помощью бота.
Чё, какие еще кто звуки издаст? Гумбула. Гумбула. Зак-зак. Зак-зак. Солдиско. Солдиско. Канада. Хороший выбор. Зак-зак. Нормальная подруга, красавчик. Куда я захожу? На пути, не путю. Ну куда я захожу? Блять, один хп уже. Без ноги еще один. Кто меня блочит тут? Блять. Ребенок, у меня чел, я не могу там еще делать. Сука, гандон ебаный. У меня чел лежит просто за мной, блядь. Давай, там тебя прямо. Нет, нет, нет. Я спокойно. Кто к тебе меня палит, камера? Я вода. Блять, я не могу нахуй. А можно кикнуть как-то этого ебаного? Я не могу, блядь, я не могу. Вон типуха стоит. Уебище просто лежит за мной, блядь, и не дает мне пройти нахуй никуда никак. Ладно, у нас есть еще лучше, блядь, череп. Давай, давай, давай. Сюда, блядь, вот тут удобнее будет. А, блядь, вот этого еще не больше. Ай, блядь, не пошла, сучка. Давай, Леон. Ай, хорошо. Блядь, добей его, он такой ебаный. Просто ебаный. Еще 15 секунд. Еще 10 секунд. 5 секунд. Просто ставь попы. Только не отпускай. Иначе не столуться. Деактиватор установлен. Лево. Справа, справа. Жив лишь один оперативник. Чел сейчас задает. Бля, не пошла, сучка. Где он только не лежал на этой карте? Просто дохлый друг. Ой, мамочка, блядь, мамуля. Блять, один. О, не, я не хочу на этой хуйне играть. Не могу, блять. На газонюх. На пердежнике. Да, пердежник. Газонюх, пердежник, блять, и рыгутанец. Давай. Да какой рыгутанец? Ты рыгутанец. Учитывая то, что ты произносил минуту три назад. Пошел нахуй. Ты работаешь. Пошел нахуй, свинья, блядь, заебал меня. Это было минут назад. На, Максима, ну-ка, скажи хрю-хрю. Рот не открывай, блядь. Хрю-хрю, скажи. Не дайте врагу пройти. Съебался отсюда, кто бы тут
поселок. Тут не заебал эту пищу, я целую, чем кто-то там. Запущен паразит. Жук готов. Осталось 10 секунд. Взрывчатка обнаружена. Готовьте оборону. Осталось 5 секунд. Взрывчатка обнаружена. А, и нифига тут, конечно, комнатка, блин. Мое почтение этой комнате. Угу. А можно вопрос, а в чем мы... Ну что? Надеюсь, нам не пиздец. Нам пиздец. Я телек. Чё, Никит, как телевизор? Классный? А, я пока посуду мою. Походу у меня. Да, я слушаю. Да, вижу. Там башка Кали, не высовывайся. Ой, блин. Окей, не высовывайся. Сука, страшно, блядь. О, ебать, какого хуя? А меня видела, блядь. Пизда ебаная. Падла. На нафиг, хорошо, ребята. Там, короче, камера за лестницей ныкается, а это щит поставил. Покинул игру. Ваня интернет вылетел. Там пизда. Нифига, прикольно. 1 в 5 Леон. Еще тут куда я могу пососать. Ну, что мы можем сказать? Что новости? Атакуй. Тебе деваться тоже некуда. Опа. Что за хуйня, блядь? А, это клатч, блин. Понял, меня спалили. Меня кобздец. Тоби пизда. Сейчас вылезу, мне Кали в голову даст. Угу. Ну нет, пока. А чего они ждут, я понять не могу. Они же есть этот, как его. Они ставят. А я косой дне. Ой, как я не попал, вообще ничего. Классно. Очень понравилось. Странно, я думал, на 416 легко контроль. Рэндом. Блин, ебал рэндом. Рэндом. Что-нибудь жестокое. Алло. Алло, что вы здесь? Открывай, открывай. Исключили за бездействие. Спасибо. А. Что-то играли? Один раунд остался. Проиграть. Круто. Затащим, еще в рот дам. Вы не хотите в вов потом? Нет? Посмотрим. Я бы не против, но я не знаю. Я спать еще не хочу, но... У меня тоже, кстати, голова побаливает. Я туда. Не, бы поиграл, но... Если Леон будет играть, конечно.
но недолго. М? Я его поиграл, но недолго. Ну, можно поиграть в Орку, на самом деле. Сейчас хотел сыграть пару раундов. Радугу и можно в Warcraft. Да я бы, урод, я бы уже Радугу нахуй бил. Клаш бегает, вот тут катается. Заехал, ебать. Амару заходит. Ай. Прикольно. О, просто, я же говорю, не-не, все, в пизду, блядь. Заебали. Не пошла катка. Да просто только стенку ставлю и просто... Кто-то приедет. Хорош. Не добил. Добил. Ха-ха-ха. Что с лицом? На тебе, бля. Чувствую, сейчас отыграемся. Слева от корм где-то был, понять не могу точно. Или сверху. Блин, та же проблема, что я в Таркове, непонятно на каком этаже. Машинка катается. Тут клатч катается. Че клатч? А че он вообще делает, крутого катается? Взламывает. Да, сверху. Раина. И перестреливайся. Чего? А куда? А что я попал? Что я пальнул? Не знаю, но я говорю, не перестреливайся. Она с дальнобойкой была. Вот этого шлёндра меня убило. Чего ещё один раз потом ворку можно? Ладно. На, инга, инга. Вань, ты будешь? Да. X2 блокпоинты. А торчики добавили или нет? Блин, X2 блокпоинты я первого в ДБД на самом деле. Фармить чисто блоды. Макс, не хочешь? Нет. Вы сходите играть. Не, я не хочу. Завтра можно. Торчики не добавили еще? Торчики пока нет. О, так, блядь. Это бред, это от 20 какого-то мая должна начаться годовщина. Тогда в чем смысл еще? 27-го может быть, через 3 дня. А в чем смысл? Бам, нахуй бы только упал, просто пиздец. Денег путенка, ну я говорю. Я Максим Ставротюлюй. Кидай. И нас сразу такая тетя. Насколько с вами сидит. Че, реально вы проебали эту игру, сука? 7 кило вам сделал, бля. За 2 раунда. Новый убийца стрёмный. А у него... Ещё момент его не видел. Видел, как он предки ломает. Кстати, сейчас свой с лайнами.
Это второй? Убийца с фейслайнами, получается, после вески. Джанги, Джанги, блядь! Он постоянно... Алло! Ошибка, проблема видимости. Алло. Алло. Все, я думал, у меня Windows сломался. Windows сломался. И производится восстановка. Вот, вот так вот. Постоянно. И ты его кикнул? А чё за карта в лаборатории, блядь? Хован? Кто меня кикнул, блядь? Ваня! Что? Найдите заряды с помощью бота. А, это так работает? Мне делать нечего, Максу кикать. Кто тут насрал? Ваня, блядь. Кто убил 10 людей? Ваня. Блядь, потому что ты нахуй урод ебаный. Ну что ты заебал? Придуется это так, слово. Они в подвале отбьют 10 тысяч долларов. Подвал, подвал. Похуй на машину. Вот обнаружил взрывчатку. Нашлись мои хорошие. Ваша цель – обезвредить заряд. Где-то. А ты, Максим, ты подскац. Блять, я чуть не убил только что кого. Номер он дал, я чуть не убил только что. За эту штуку пробить бы сломать, кстати. И вот эту бы штуку. Сейчас. Это не ломает! Нет, подожди, сейчас. О, сломал. Хоть пробивной есть? Да ни у кого нет, я пошел с другой стороны обходить. Нет, такой нет. А, вот челик жжет, блин. О, ебать, живой. А что он жжет? Маленькую вот эту печку уже? Я крутой. Да. Блядь. Все, иди нахуй. Где тут, блядь? Как тут забраться? Наверх нельзя, без здесь. Наверх, вот здесь можно. Я побежал. Сука, я еще вернулся. Чел выжигает. Верните деактиватор. Он выжиг. Настя, выжиг. Мое почтение, выжиг, конечно. Тупо выжигат. Удалось вернуть деактиватор. Ходи, вон, ходи. Ладно, я отомстил. Максим, ты не туда, сюда, ко мне, Максюсик. Все. Точно. Максюсик, в мою сторону. Макс, я с тобой. Слушай. Чего? Ебать! Какой клэш, нахуй! Пошла нахуй, сука, блядь! Блядь. Сда ебаная, съебалась, блядь, у меня дура ебаная, дура. Я в неё попал? Да хуй знает. Ёбаный рот. Я немножечко это. Козлину ебаную по голове. Ебать, автомат стал какой-то. Помогите, она меня глушит. Где ты, сучка? Ваня, помоги мне, срочно нужна помощь. Как вы туда прошли? Я спалился. Ты, блядь, пизда еба. Там долг еще. Я дырку выломал, блядь, в полу. Блять, там еще две. Пиздец. Как вы туда прошли, сука? Ну 10 раз говорю, идите за мной, блядь. Там в итоге в этой комнате никого не было, нахуй. Сорян, Ваня, не понял, куда. Налево. Я сейчас направо. Сука, тупо пустая комната, блядь. Они стали долбиться в клэш, блядь. Тут иллюзия стоит слева, если что. Пизда, блядь. Надо было мину поставить. Убить нехуй делать, вот так, и еще раз. Остается 15 секунд. Деактивация потерян. Все оперативники мертвы. Сука. Бля, я пытался. Сука. Убить очень легко. Очень легко и убить. Долбаните просто один раз и прикладывай, все, и долбаните еще раз. Она далеко от меня была. Там другой тип чипин был, блядь. Ну это да. Так, мне надо что? Ой, блядь, сейчас буду бить кого-то. Что там, соревнованный кэш, блядь? Задолбало. Блядь, вчера, ой, нахуй.
Ой, нахуй, чё блядь. Ой, чё блядь. Такое? Там такая очередь выстроилась, блядь. И что-то всем, блядь, клубника им по 4 евро, блядь, такие. А почему это на 4? А я даже не... Вот, в голове... Вообще, как это 4? Нет, верните мне, пожалуйста. 4 евро за килограмм. И вот так вот, блядь. За одну клубничку. За одну семечко, блядь. Ты человек 5. Потом какая-то типуха... Что-то захотела что-то купить, а оно что-то не пробивалось, не было цены у него, блядь. Робот обнаружил заряд. Она такая, ну у вас же вон есть в рекламе, а оно что-то, блядь, не получалось. В итоге очередь, блядь. И, блядь, еще какой-то чел что-то... А, потом еще за клубнику пришли возвращать. Опять. Саш, что? По 4 евро клубника, потому что. И финалочка, огромная очередь, возвращаю эту клубнику Ивану. У вас еще 5 секунд. Люди стоят, ругаются, типа, что очередь? И, блядь, приходит чел, говорит, что на ценнике соль. Большая пачка. На ценнике написано 99 центов, а в чеке евро 19. Сука, вот тогда, блядь. Что он там забыл, блин? Просто ему 20 центов отдал, блядь, и все. Так, это же надо оформлять там. Вот это, что за дебилы вот это долбились вот сюда вот? Вот, это что такое, блядь? Ты чё, не надо? Вы нашли деактиватор. Ну, взрывай уже, Никит, ебать, что ты стал? Блядь, пошла нахуй. Я не мог сорвать. В смысле, может, ты мог сорвать? Блядь, поставил за лупу. Блядь, я не кнопку нажал. Блять! Где камера ебаная? Сука ебаная. Разойди, да, у меня перед глазами делать? Только что прибежала большая надпись ФСБ. Блять, лет 4 хочу. Вы не сломали камеру, блядь, ну вы сломали. Где камера ебаная? Где? Ну что меня сканирует? Что, блять? Что мне сканирует? Я вплотную к стене стою. Вот это говно мне сканирует. Я не понимаю, я просто не понимаю, что мне сканирует. Я сейчас прыгнул. Что мне сканирует? Я вот тут под стеной стою. Я там сканирую. Либо я дебил. Вон камера. Сломал? Да. Нет, а вас обнаружили сканирует. Где? Я не знаю, я не могу. Блять, может Никиту писать, может у меня свой. Вы потеряли деактиватор. Там двое стоят. Я сейчас такой альт, я сейчас на пяткой альт ебал МФ4, блять. Никит, подними его. Сейчас. Да не надо мне поднимать его. Я выпрыгивать буду долго. Что делать будет, бать? Вижу. Никита, ты не видел, да, ничего подозрительного? Там я видел то, что этот есть, как ее. Клон или как-то херня называется. Поставь заряд. Наверху сидит, бля, человек-паук, ёба. На этой, на мусорке? 10 секунд. Вот, Никит. Никит, молодец. Так же. Команда ликвидирована. Один раз пострелял, подумал, что это челик, нет, помещение. Блядь, я сейчас очень надеюсь, что там уже обновились рейды. Я сейчас просто пойду и человенько, блядь, проходить рейд. Маунта получить, ебаного. Я не могу. Я в итоге пытался, типа, пройти лича. Мне, короче, засчиталось, что вы рейд закончили. Типа, так и не засчиталось? Мне вообще нельзя было лича убить. В смысле? А, ты не смог зайти лича? Ну да, мне отец, типа, пишет, что вы, типа, уже прошли с группой лича. А, нет. Найс. Похуй. Я возьму. Сейчас будем знать, что если вместе заводишь, то вместе его допроходить и нужно. Буду вас хилить, короче. Короче. Я вот думаю, вон, у меня там Клауд и Джесси в фотошопе висят, буду сидеть монтировать. Нет, сначала Вовку, потом буду сидеть. Будьте начеку. Лучше, чем в радугу играть.
Установлю защиту. Ты броню поставил? Ставлю силок. Крепите а, что, блядь, похуй на этом говне играю. Что броню поставить, блядь? Я даже не знал, что на этой хуйне играю. Вообще нормально. И тема нормальная, а просто говно. Остается 10 секунд. Похуй, я пришел хуярить. Ну съебался отсюда, блядь. Осталось 5 секунд. Мое место. Там машинка еще внизу приедет. Враг не знает, там, где заряд. Нихуя, вы даже стену крепили, я в охуе. Взрывчатку нашли. Нейтрализуйте угрозу. Засъебал ты. Они просто хуели. Какой наглый. Кто не взял броню? Я не взял. Извини, я хотя яичко мне нужно, блядь, много зачем следить. На нахуй. Блять, опять щитовик ебаный. Это походу тот же чел, блядь. Блин, что это монтаж? Монтаж. Стена. Тут стена была, не? Да ну что за тайминг? Там капкан слева, смотри, я спарился, блядь. Я не видел, что это. Никита, тебя убьют сейчас. За щитом, Никита, сзади тебя, блядь. Да Никита, спрячься! А, нихера идет. Я был дага, блин. На туда, блин. О. Тихий бис. Враг включил деактиватор. Уничтожьте девайс. Тихо, тут Макс тихо. Тихо убил. Ну, знаешь, бывает. Долбани ему щитом под... Не, он так не работает. Там другой стоит за ним. Он другого убить. Похиль себя, может, похиль себя. Нихуя, у тебя длинный нож. Никит, надо во второго цепи. Да ты сейчас уже не успеешь, короче. А как? Я тут даже стоять не могу долго. Может забей хуй на него или нет? Я тебя чисто из принципа выбью. Враг деактивировал заряд. Нафиг ты ему был дом просто не вошел. Тихо, потюбуйте из игры, я говорю. Чисто, а он, блядь, не долбится, не долбится. А ты, блядь, и долбишь, и долбишь, и долбишь. А он, сука, все не долбится, не долбится, да. Кстати, а почему им поставили эти, как его, значки, типа, ненадежный игрок или что это такое? Знаешь, они по своим стреляли. Все банально и просто. Макс, как же там сдох вообще? Вот и все. Если Ваня пойдет, то я пойду. Нет. Я, блядь, на эту хуйню не веду. Сука, третья ластова, идите нахуй. Слышь, это все ебание. Завали пизда. Да. Максим похрюкай. Сильно пёс, блядь. Осуждаю, блядь, тварь, блядь, пошел вон, блядь, отсюда. Не, что-то жестко.
выпьем. Естественно. Это тебе вниз, где кейсеры, вот там пивко раздают. Там не раздают, а вот там пьют. Ладно, спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной, спокойной. Спокойной ночи, спокойной ночи. Блядская хуйня. Терминатор. 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 Бутылнет. Бутылка, блядь. Бутылканет, да. Бутылканет. Где бутыл? Где же счет моя бутылка? Че, нам надо в этот, на Жадар? Там все квест. Или куда? Да. А, сейчас сердце, сейчас сначала сердце. Надо пройти уже, блядь. Сердце, сердце, сначала сердце, это сердце, сердце. Это оно и есть. Это одна цепочка типа осталась на Жутар. Ну там, не одна цепочка, но про это все. Потому что я уже заебался. Я не хочу третий персонажа качать. Чем я да типа хочу. Шатар. Но меня заебало это уже. Две локалки как раз появились. Давай мы чем. Да, пук. Что тебе не нравится, блять? Мне не нравятся звуки пумок всем. Хорошо. Отлично. Придурочный. Просто обалденно. Просто пумок. А, я понял, в чем прикол. В чем прикол? Опять почему-то Noise Suppression не работает. Недостаточно лапуком. У тебя уже 3 дня не работает Noise Suppression, блядь, я тебе об этом много говорю. Ты не говорил мне. Говорил, вчера говорил, блядь, позавчера. Я вчера в ночь не говорил. Когда ты говорил, тогда я включал, блядь. Нет, ты говорил тебе позавчера. Пошел ты... нахуй, просто, сука, блядь, тварь козлина, блядь. Такой вообще похуй, блядь. Ты постоянно пиздишь, ты врун, врунишка, ебан. Постоянно пиздишь, блядь. Да не, я уверен, я это вот это вот. Я как ты меня заебал. Давай в Сиритус меня, давай в Сиритус меня, загружайся. Сиритус. Фрикаделитус. Сисилитус. Фрикаделитус, да. Бонус. Yes, бонус. Компьютер. Ебалый нахуй. Шантриса в соло прошла, этот еще и бонус дала. Вот это я понимаю. Ла-ла-ла-ла-ла. Три квеста.
Вы где? А вы где? Я в зале сердца. Вы где, блядь? Вы где, блядь? Сердце залит, мою жопу засали. Ой, черный принц, это будет осуждаться? А? Черный принц. Не буду отвечать на провокационный вопрос. Гвинеон черный принц написано. Че, принц это осуждается? Нет, это не осуждается. Почему это должно осуждаться, если он черный принц? Ты все черное осуждаешь. Ты придурок. Я не осуждал никогда ничего черного. А если человек черный? Что вы осуждаете это? Если ты осуждаешь человека, потому что он черный, у тебя проблема. У тебя проблема. Назвали пизда. О, пришимбалобилась. Что ты бревно? Не нашла Анзота, а у тебя как вот дела? Еще, мои агенты ведут поиски по всему миру. Пока без результата. Блять, не так. Но в ходе исследований мне часто встречалось название Неалдо. Верховный друид, блин. Спящий город. Свидетель несчетных преступлений. Обитель порождений тьмы. Но бездна это царство не обрет. Макс, а ты что? Сейчас. Так или иначе, нам нужно подготовить защитные системы титанов, а потом вам двоим нужно будет найти цель для них. Компьютер, блядь. Нахуй, я не могу, блядь. У меня просто, блядь, про загрузка, блядь. Пока без результата. Но... Загрузка компьютера. В ходе исследований мне часто встречалось название Неолота. Что-то мне, блядь, не нравится. Спящий город, свидетель несчетных преступлений, обитель порождений тьмы. Но бездна — это царство неопределенности. Что если это не место на Азероте, а тут еще что-то, какой-то класс. Может воплотиться в реальность. Что, Анзота, я все беру, блядь. Я все беру и выполняю, нахуй, меня заебало. Этот сдать, блядь, этот взять. Этот взять. Запускаю протокол очищения. Ты что? Какое очищение? Срочно возвращайся в зал сердца. Какое очищение, блядь? Пусть нас ведет мудрость. Разведка Андуина не нашла Анзота. А у тебя как дела? Мои агенты... Как они заебали, пиздеть уже, блин. Пока без результата. Но в ходе исследований мне часто встречалось название Неолота. Спящий город, свидетель несчетных преступлений, обитель порождений тьмы. Ну что там? Это царство неопределенности. Что если не Алота, это да, не место куда, на Азероте, а видение, которое может попасться. Уже туда? Все а квест надо было брать? Уезд. Где Магний скажет, что не возвращается в Азероте? Там 500 квестов. А потом вам двоим нужно там просто стоял где-то, брал еще. Магний, да, у него... Каменный двор. А я не помню, отбрал у него квесты. Допустим, брал, похуй. Ладно, я все равно мне брал, так что я возьму. Андуина не нашла Анзота. А у тебя как дела? Матриарх подключила зал сердца. Что, это тыкнуть? Ко всем из проверка состояния комплекса Ульдир. Комплекс проверка состояния комплекса Ульдир. Остаточный комплекс. Они меня тоже так колдуют. Учитывая, сколько ее там было, это хорошие новости.
И чё? Проверка состояния комплекса Ультаман. Признаки несанкционированного доступа к дискам не найдены. Диагностика сети. Проверка состояния комплекса Ультуар. Блять. Состояние кузни воли. Включаверка состояния комплекса. Все консольки потыкал. Мы должны исцелить наш мир. Отключена? Что с ней случилось? Ой. Полагаю, мы все уже догадались, что это за причина. Нехорошо все это. Я не догадался. Сейчас, подожди, бутылку поставлю. Эти поджопы твои поставили. Макс. Я буду пока что-нибудь поем. Вот квест «Возвращение в зонт». Да, возьми все. Ебать, я три полезных действия сделал только что. Пописал, покакал. Пописал, погладил пёсика, взял огурчики. Кого пёсика? Соседи уехали в отпуск, нам пса оставили своего. А чё, чё за порода? Я хуй знаю, как называются эти породы на самом деле. Большой пёс, маленький пёсик. Не, маленький. Кнопочка или да, такой? Кнопочка. Я тебе кидал кнопочку уже. Нет, тут другой какой-то. Блять, ебать, я идеальный круг нашел просто. Идеальный угол. Идеальное, блядь, все. Максим, ты где? Догоню тебя, блядь. У тебя. Нет, я только одну кнопку нажимаю. Налево. Я должен найти идеальный угол. Стоп, подожди, как ты налево только нажимаешь? Налево только двиг. Блин, подожди. Ты вперед и налево нажимаешь. А, ну я автобег зажал просто. А. Я про то, что я зажал кнопку налево сейчас и все. Можешь вперед и налево даже. Ты, сука, будешь сползать. Не. Ну да, весело, конечно. Не. О, Латрона. Блять, это птица, это самолет?
3 квеста брать, да? Да. Да. А куда нам идти дальше? А куда идти? В чертоге Ульдамана. Я заебал Ульдаман мне уже. В чертоге Ульдамана. Так. В храме Луны в Алишаре. Так, а куда там? Подожди, Вальшара это, блядь, это не... А как это Батл сейчас Фазерот? Почка называется? Во тьме я вижу... А нет, чего сделаны сны? Обузную мощь прошли уже? Джон, а чего у тебя нету квеста «Два брата» и «Свежая рана»? Что? Ты делал квест «Два брата» и «Свежая рана»? Это... Предложи ему, и там будет написано в чате. А, я не могу даже нажать предложить. Я тоже. Свежую рану я сделал. Это где с этим, что ли? С магнией Браном? Наверное. Ну и тогда я сделал, да. Я сделал исцеление Нордрасила. Это свежие раны. Погнали, короче, любой квест. Давайте просто, блядь, чтобы... Кугов встретиться с магнией Бронзбородом с чертогом созидания в Ульдмане, блядь. Куда нам? Я. Я думал, ты ведешь, блядь. О, Ульдамана, блядь. У меня нет хуйни Ульдамана. Ты все выполнил квесты там, которые были доступны? Чешки проблемы. Ты все взял? Да. Ты потыкал там консольки, там копаты консоль? Ладно, посмотрю еще раз. Куда полетел, блин? Туда, где показан квест. Титанические проблемы. У меня туда показано лететь. Не потыкал. В льдом или что? А, вот да. Титанические проблемы, вижу. Ну, полетели еще. Чего? Ня-н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 я. Блин, я сегодня купил вкусные чипсики. Очень быстро их уговаривал под игру. Купил две пачки. И пошло покупать три. Ты что, все две пачки сожрал? Ну это типа, знаешь, это чипсы под мега-чипсы. Нет, подожди, ты две пачки сожрал? Да. Скотина обжорливая, блядь. Ну там катсцены были, я сижу смотрю мультик. Катсцены. Хрущу. Ну так? Нет. Плюс ульдира. Это знаешь, такие супер большие чипсы, мега чипсы, я такие видел. Типа это как большая пластина такая. Не как маленькие такие чипсики, а как такая пластинка. Прямоугольная большая. Что, так и такие остались у вас давно? Не, нас куча. Ну, у нас эти по скидке были. Понятно, такое говно, блин, за пол прайсника. Блядь, это где внизу, где, блядь? Что? Титанические проблемы или что? Да. Ну, в льдуме снизу. Снизу справа. Куда мы летим на карте, посмотри, блядь. Первый льдум. А что ты за... Что блин, а тут же можно на шарике покататься, нас же трогали, кстати. Льдум, блядь. Что? Блядь, снизу справа. Не, на шарике нельзя уже. Почему? Закончился, закончились шарики. Еще 2 недели назад они закончились. Пиздец. Ебать, расстроенно звучало. Не покатались на шариках. Обидно так-то. Почему успели зато на этот? На концерт. Ну, я через... Через... одну песенку послушали. Это концерт. Через 3 дня будет фестиваль «Огни шляпок». И что там можно? Ежегодный грибной фестиваль. Грибной. Класс. Все, больше не хочу слушать. Что такое, блядь? Это не жрать грибы нужно будет, блядь.
Так не шляпки. Шляпки крипов. А что за алчные послания завтра? Странные ветра приносят воздух иного мира. Повсюду замечается причудливое создание, таскающих за собой мешки. Начните, найдите их и узнайте, какие сокровища они прячут. Алчные лоблины, короче. Понял. Как у Диабло, нужно будет пиздить их. Внутрь надо заходить. Я кучу, Макс, я тут подожду. Внутрь. Сюда. Кажется, я понял, кто захватил кучу. Так, все, ждем. Помни о долге перед озером. Я лечу. А, это данж. Прикольно. Я сейчас расплачусь, блядь. Наличка. Наличка или карта? Защищай ее любой ценой. Это так тупо звучит, когда типа я... Я это, картой. И достаю часы, блядь. Скажи, часами разлучусь, блядь, не знаю. Да, я поэтому говорю терминалом. Блядь, а ты... Тебе что, 64 года, блядь? Терминал, пейджером, блядь. Терминалом он заказал. А что не так? Пейджером. Звучит очень по 64-летнему. Пейджер, блин, пейджер это обалденная вещь была. Да, охуенно. Ты пользовался пейджером в своей жизни? Слава богу, нет. Бля, я пользовался. Херенная вещь. Охуенная просто. Лучше, блядь, не бывает. В смысле, это реально классная вещь. Да, правда, особо не попереписываешь. Звонишь челику, надиктовываешь ему текст, звонить, чтобы он отправил на такой-то номер. Ммм, красота. Бля, как ты хотел? Да, такой. Отправьте, пожалуйста, сообщение. Идем грабить банк. Это классика. Здравствуйте, сообщение на номер 55578578. Ты покакал? Конец сообщения. Обалденное сообщение. Ваня, если ты такой сегодня куда-то отправишься, дураком засчитает. Я про это и говорю, блядь. Ты покакал, бро. Какая разница, посчитаю тебя дураком или нет? Ра, Ти Максим, я с тобой, ра, Ти Максим. Подожди. Я с тобой, ра, я с тобой, ра. Блять, смотри, он спускается, он тут, он тут, он тут. Все, пошли, побежали. Го. Подожди, техническая проблема. Стоп, я кости взял. Вертое созидание. Кузня созидания запущена. Сейчас вам что-то, да, будем, скорее всего? Блять, у меня не герой стоял случайно. Катаклизм? Шо? Подземелье. Сколько лет прошло с тех пор, как я... Последний раз катаклизм. Чужаки! Вы посмели осквернить это место? А, да. По-моему, да, не будем отшот. Не, ну мы не то чтобы прям отшотим. Как лагает. Словно пиздец. Просто, блядь. Вы опять перезапущены там, блядь, это пентагоновские какие-то программы, блядь, на фоне. Блядь, как давно я на друиде не нажимал кнопки? Это ночь, я заметил. Интересно, нужно будет все ботов сейчас пройти или просто карту? Скорее всего, там одного кого-то на кузнеца победите все. 8 этапов всего. А тут вообще не показываются боссы. Как будто это из-за брана, как будто из-за магни, точнее, как будто это просто какой-то квест, или версия данжа запустилась. Если так, тогда хуёво. Это же не... это же данж катаклизма. Попиздиться с боссами. А почему чел сдох? Потому что я ваншотнул. Нахуя? Стой! Видишь статуи? Похоже, амагерка. Ой, блядь! О! Ай-яй. Два дебила, блядь! А я аккуратненько. А теперь справа. Маги сказал, осторожно статуи. И эти два такие, лубы, в статуи. А ты что, блядь? Надо сначала, а вдруг магия базовая? Вдруг он злодей? Он да, такой да, осторожный, мы такие, блин, все не пройти. И убежали.
Макс, давай. Это птица. Что нажимать, блядь, будет? Что делать надо? Не знаю, я на стену прыгнул. Че, я нажал? Кнопку, блядь, вот эту. Блядь, он в ту сторону. Не-не-не-не, будем. Фига магни прыгает, конечно. Ой, нихуя, Максим, ты... У тебя резко IQ повысился, только что. Кнопочка. Бум. Кнопочка. Вроде всех перебили. Идем дальше. Идем дальше. Но это не мор, говорится. Это мать не пьет так электричество, Макс? Пол. Нет, то Макса. Не, у меня не электричество. Это раньше электричество было. А сейчас чем? Сейчас просто разлом по полу. Кого? Врага? Дозорный аумка. А что, по жизням у него? О, ёпта, начались. А, нормально там хп было, конечно, до этого. А где его жизни? Активируйте подъемник. Чего? В жопе что-то там дернуть? С этим потом разберемся. Центр управления наверху. Я запущу подъемник. Что за... Питание отключено. Потерпи, сейчас я открою доступ к проводникам. Упал. Дверь открыта. Дверь открыта, ебало закрыта. Смотри, некоторые консоли еще работают. Нужно выяснить, который из них управляет подъемником и направить энергию куда нам надо. Ебать, Хогвартс, блядь. Хогвартс. Мне сюда. Блять, песики побежали. Нужно. Где топ-топ? Отдыхает. У меня нет цели. Не отдыхает он, давай верни топ-топа, блять. О, вот и наша консоль. Если мы направим нихуя энергию сюда, с первого раза сможем включить подъемник. Как направить энергию сюда? Ну, видимо, эти лучи ебаные. Лучи добра. А вон, смотри, чел перенаправляет, что-то сидит. Оп. А, вот сюда нажать? Оп. Куда? Не туда. Нихуя, вот Бран. Прыгнул. Бран вар из классики, Макс. А ты какой-то этот... Новомодный какой-то. Блять, головоломки пошли. Можно то. О, все нормально. Блять, это сюда.
Подожди, нет, нифига. А, что, а, тут нужно типа, чтобы по всем энергии, что ли? Сейчас, сейчас, сейчас. Нет, да не только всем. Туда. В эту только туда. Только просто туда, то... Там два шарика, два нужно. Сейчас. В другую сторону. Сейчас, сейчас, сейчас. Угу. Вот это развернуть. Разверни там, короче, тот, чтобы... Нам, короче, подожди, сейчас. Сейчас эта штука развернется. Куда она пошла? Не развернулась. Так, вот эту штуку развернуть. Сейчас вот это развернем. Поверни вот эту залупку рядом с собой. Это? Угу. Чего эта штука не поворачивается? Стоп, эта штука должна повернуться. Вот, все, все, найс. О, открывается. Мать, кто не достоин даров титана? Люсик в чат мой. Чел, ты литерли пол хп уже проебал, замолчи, блядь. Ох ты ж, ёб ты ж, ещё лучше стало. Красавец, бля. На, в лицо. Чё, лучше будет? Фиг-ф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 иг. Страшно. Нет желания в монитор пальцем. Скринчик. Скриншот их сделал красивые, блядь, буду тебе. Кот, блядь. Ты чё, блядь, секунду. Какой скриншот, в этом? Лоза. Молодец, скриншот. Если слуги Нзота пробрались в кузню, то всё ещё хуже, чем мы думали. А если не пробрались, в чему из них? Таториус 45 онлайн. И чё? Баран, Магни, давай, что думаешь? Что делать? Нужна наша помощь. Блять, этот ебаный Магни меня бесит, блять. А, блять, надо было на карту посмотреть, сука. Сука, 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 сука. Катись в оленя. А? Катись в оленя. Не могу. Только под открытым небом можно. А. Я твоих собак сейчас съем просто. Поешь говна. Подожди, дай пизды там надо кое-кому дать. Хвостик, хвостик, хвостик. Хвостик, блядь. Мой хвостик. У меня два хвостика есть. У них нет хвостиков. Вон, у них хвостик сзади. Нет, а? У них хвостиков. У них маленькие. Что сделал? Что? У них маленькие такие. Центр управления должен быть на третьем этаже. Ну, Макс, иди сюда, пизды тебе давать буду. Не достаю. Слишком далеко. И чё? А что нажать? Консольку нажать, наверное. О! На третий этаж. Бум-бум-бум-бум! О-о-о-о! Это, если что, такие вот... Это здоровая сиська. Вот моя остановочка там была. Блядь! Тут реально там. Мы на месте! Дай-ка я выйду на связь с моим сердцем. Да. Что за букашка там внизу стоит, смотри. Ходит, ходит букашка. Это лучше. И что мне делать? Там консольку нажать не можешь? Нет, я вот на платформу. А что телепорт есть? Где? Он что-то не активен пока. Бля. А ну. У меня тут нормальный лифт работает. Сейчас, секунду, сейчас. Что-то придумал. А, вот, все. Нихуя, а что ты сделал?
С платформы можно упасть. А, блин, да, в лазуре же. О, у меня остановочка моя. Опа. Какой-то ты PC-грант. Так, я на эту PC-гранту нажимаю. Терминал пита. Нажал карту. Ошибка доступа. Ошибка, блин. Требуется прямое подключение к самому сердцу. Могу прямое подключение к твоей жопе. А, понял. А на нас? Что это, блядь, за хуйня? Ой, ебать, красивый. Нихуя. Че с чем могу? Это я. На экран посмотри. Ну, там я. С косой крыльями. Это я. Дураки, блядь. Ты дурак? Ты дурак. Но этого не хватит для защиты озеро. Давай, да ты что? Нужно хотя бы 43. Это чат GPT, что ли? Стоит такой, типа. Он голосовой команды дает, и она такая, ща, да, разберусь, все. Вот это и сюда нажать еще. И туда все заработает. Озеро стонет от... Я вернусь в зал сердца и подумаю над нашим следующим шагом. Мы не можем позволить себе снова потерять кузню, защищая ее любой ценой. Врам-зим-зим. Блять, еще брата? Телепорт? Телепорт. Поорить, блядь. Так, ага. Какой телепорт? Ну, телепортейшн. Ну, хуйня с пола поднялась, там крутится, нужно просто на нее подойти. Опа, тыкнул. Спасибо. Стой. Блять, ебать она со ступеньки на ступеньку. Прыг, прыг, блять, прыг, прыг. Сука, жаба, блять. И что нам дальше? Смотри, выебывается своим драконом, блять. Туда. Дальше вон туда, чуть выше. Рамка Хэн. Так, ладно. А, этот... О. Hi, my name is... Автоходьбу и этот... Поспать. Плюсик. Я разбужу. Супер. Ты раздеванен. Развание. Класс. Просто развание. Куда я припляпнулся? Почему меня какие-то гнили убьют? Мы пришли с мира и надеемся, что король выслушает нас. Блин, стрёмные. Похоже, у нас ещё... Тигра, барана, конь, блядь. Ты сдал Майнкост? Нет, челика пришел, блядь, помочь. Что-то слизняков бить? Залезь на коня, блядь. Это что такое? Страшно. Ох ты, что что такое? Можешь говорить. Уебище. Счастливого пути. Угу. Это мало, что известно. Ага. Они считают себя истинными защитниками. Это пупец, пупец.
Мстители порчи, пораженные проклятием плоти, враги дворцов. Классно. А что у них ебало? Другая угроза приближается. Я умею для себя плеть. Жуткие чудовища восстали из песков. Их число растет с каждым днем. Мы считаем, что они пришли из Анкиража. Но эти твари совершенно не похожи на Киражи или Селетинов. А что хуже всего, наших жрецов без конца одолевают кошмары. Так-так, а у нас жрецов нет, у нас хантер, блядь, бары. И друид. Да, все верно. Все верно. Нам не похуй. В целом, да. Нам нужно готовиться к катастрофе. Да хорошо, хорошо, все. Сейчас подготовлюсь. Какие новости? Я с вами. Без поддержки рамкогены не справятся с новыми угрозами. Я предлагаю всем, кто собрался здесь, договориться и вместе дать бой врагам нашей общей земли. Я с вами. Что? Я не буду договариваться с грабителями могил и бандитами. Ты выполнишь приказ и выбирай выражение. Теперь это наши союзники. Я согласен. Рассчитывайте на нас, ваше величество. Лига тоже с вами. Хорошо. Вместе мы остановим. Так и нафиг его. Ну и нафиг его тогда. За Ульдум! Не трать мое время. Прикольная птичка. Покажи мне угрозу. Ой, чел, этот чел. Нет, это далеки какие-то. Не-не-не, идите вы нахуй. Что он врат смерти? Что не день. Чё делать? Да это далеки, пошли они нахуй, сами далеки. А тут, надо... тут квест был, новая угроза. Камзес. Подожди, так вот этот квест, который надо. Где? Как был командующим. Новая угроза, ну да. А что надо делать? Мы защитим Ульду. Текущая цель нападения достигнута. Убейте трёх рядки. Ну ещё раз, блядь, не понял. Еще надо с магией встретиться. По идее. Там просто новая угроза написана. Ну, можем взять новую угрозу, но тут далеки просто. Далеки это типа ежедневные. Я возьму, короче, их, ну. Ты взял? Взял? Я вот очищаю уже. Всех, кто служит Зоту. Все четыре взяли? Какие четыре? Там один был. Какой, блядь? Блядь, максимально знание. Да Элик синий или какой? Там один был, который с компанией. Новые угрозы, вот. У меня его нет. Не вижу. Типа поговорите с командиром этим. Ты поговорил уже. Ну да. А вот, дальше. Теперь отразите нападение Армин Зота. А где этот квест? Какой вклад? У тебя он есть? Ну это локалка. Не локалка, а такой типа мировой квест, по идее. Не? Типа как в Баралусе там. Нет, это типа пишет, что компания. Да, компания, ну, хорошо, где? Какой вклад мне этот квест хотел бы? У меня его нет, вон он, типа, на карте. Какое-то нападение на челиков. Нападение темной империи. Разве оно? Ой, блядь, да меня. По идее, не оно. Там был только что какой-то квест, я его принял, блядь, все, и не понял, что дальше делать. Я тоже нихера не понял. А, что надо сделать? Ну, я то же самое. Лок магни тогда, я не знаю, потому что еще вообще погнали. Не понял. А куда нам? Храм Лунный в Вальшаре. Хелена. Тут нельзя, типа, тут есть этот телефон. Я вижу сны. Вальшаре, так куда нам? Вальшаре, это очень расколотые берега. Свежая рана. Вот, Вася, есть такой квест? Да, я его уже сделал.
Можем его сделать, Петя? Я его не сделал. Блять, а куда отсюда лететь? Только весь не вырез могу. Ладно, я пешком полечу. Штурмград, походу. Или в Сириус можно, оттуда Штурмград. Можем попасть оттуда? Угу. Ну, у меня там прям на горе Хадж... А подожди, я помню, ты там не проходил это, что ли? Гора Хиджал, там же этот есть. Быстрый телепорт. С Рагнаросом же там. Темка. Ладно. Не, у меня такого... Я могу туда попасть через свой телепорт друидский? У меня прям там на горе стоит этот телепорт. На горе у меня нет ничего. У тебя типа камень туда или да. Что? Нет, не камень, нет. Это... Грифон. А, ну туда просто лететь пиздец далеко. Это на самый верх. Ты прям туда летишь, на Грифоне, что ли? Ну, на гору, да. А, блядь, я в Штурмград какой-то полетел, блядь. Я в Силютус думал, из Силютуса можно Баралуса, из Баралуса уже куда надо. В Штурмград. Ну, нам на Дроссил надо, я так понимаю. Да, на Дроссил. Окей, летим. Мне кажется, быстрее будет в Силютус, он уже тут, и сюда портал в Штурмград просто. И оттуда ты пошёлся наверх. И оттуда полететь на гору Хиджал. Не? Макс, ты где? Короче, ладно, потом посмотрю. А куда нам надо? Ты делаешь делик? Нам надо... Я не делал, я хотел разобраться, что это за квест. Короче, Сиритус. Я даже не вижу этот квест, все. Я думаю, что это уже делик выполнить тогда. Я тоже не вижу. Что-то появится. Дарн Зота, приказы Ашары. Так что, можешь встанешься, Сириус, или ты летишь? Ладно, лети так, а я полечу так и посмотрим, блядь, кто быстрее. Хорошо. Портал в Тиагарское поморье. Отсюда портал Штурмград. Жена Житарик, Задар, Стокгольм. Слишком далеко. Штурмград. Как же долго я туда лететь-то буду? Ну я об этом и говорю, блядь, давай сюда. Я батик лечу, короче. Ноги сейчас на стол закинули. А, и руки, на. На пол, блин. На пол, да. А можно загрузиться сегодня? Есть такая функция загрузить игру, блядь. Спасибо. Загрузил игру? Да. Отлично. Отсюда куда мне нужно было, я уже забыл, блядь. Дрина ветров в шаре. А куда надо было, блядь? А, в этот. Точно. На чёрные берега. Ги-ги-ги. Га-га-га. Не меня на тёмные берега. Бля, чел своим слоном нахуй с жопой, бля, весь этот проход закрыл. Тю-бу-д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 ю-бу
А еще раз, куда надо вообще? Да, на Хиджал. Я через порталы пошел в Силитус, Силитуса в Баралус, Баралус в Штормград, Штормграда в Дарнас. А я ноги на стол закинул, на Грифон. А он на Грифоне просто полетел. Так, их Дарнаса нет, ты по что-то чем на берега, ты ближе оказываешься.
Стардаст. Так, вот я уже тут. А ты ли он где? Ебать. Блять. Еще сам не долетел, конечно. Но ебать, ты долго будешь лететь. Там? Ножочка, блять. Летим, летим. Грохижал, это рано, да? Вот что-то там, это рано нужно залечить. Джа-джа-джа-джа-джа-джанки. Ты что в Долоране делаешь вообще? Стал. У тебя, блядь, какие-то мутки свои? А? У тебя какие-то мутки свои, блядь? Портал, портал. Самый умный, блядь? Портал. Со мной, я спрашиваю. У РФ предложили заменить термин «малоимущие» на «нуждающиеся», потому что «малоимущие» обидно. Кто? Нет, это нельзя, ничего, ничего. Это где? Не там же, где? Это где? Не там же, где после 50 лет у тебя период доживания. Или после 60. Период доживания. Обосрание, период максимум. Ты долбоёб ебаный. В смысле, я про рожку говорю. Ну ты мне хамишь, блядь. Скотина. Как? Переживание, обосрание, блядь. Это, блядь, ты себе сказал, что ты обосрешь, что ты нахамил. Нет, он перекривлял меня. Ты обосрешь, ебаный. Ты обосрешь, блядь. Тут где-то в пещере Голдринг сидит, спит. Вот сейчас тебя оскорбили именно. Да пошел он нахуй, блядь, оскорбили. Да вы желтый нахуй. Все, я уже на месте. Красавчик, я еще лечу. Меня грузит, блядь. Компьютер. Это еще был ранее, Макс. Я грузится, грузится, да. Айфу, айфу. Зера, здорово. Я сплю. Я в Саргерой. Мне классно. Я ебал лишь однажды, как и с кем, почему. Я ебался лишь однажды, где и как, зачем и с кем. Не помню я. И не важно. И не важен пол и возраст. Имя, цвет волос и глаз. Интересно, да доплыть до дна. Вот, что там возможно. Что на дне будет, как думаете? Что? А что на дне? На самом дне тут что-то есть. Там ты. Там что-то беленькое сияет. Беленькое? Что-то как не с другой части Зерота, сейчас в этом. В Восточных Королевствах. Во. Кача-ча-к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 а-ча-
Может быть, сразиться. Да блин, там осталась неделя до обновления магазина, я думаю, покупать Пипина или не покупать. Кого? Пипина. Ну, собачку уже. Механическую. Я купил Пипина. Я кайфовал. Я заморозил сет. Вот блять, этот белый. Я не буду покупать, там в следующем какой-то Попин будет. Он будет еще круче. С Попин тут только ты. Опять надо выполнять будет сразу же эти темы. На нового пэта, на нового маунта. На исконку классный будет черепах, что ко мне еще. Да пойди портал Дернас, блядь. В... Черепаха прикольная в начале, когда ты бегаешь, типа важная какая-то. Такая фигня в итоге. Ну в этом, это... блядь, в
порту. Где? Порту. Там, где корабль на драконе острова. Ворту. Ворту у тебя. Пипец, блядь. Ебать, Ник, подожди, блядь. Касанель. Нихуя, Ник. Снимайте меня. Первый раз такой Ник вижу. Довольная, блядь, иконка персонажа. Ох, блядь, как лагает! Почему у тебя лагает, блядь? Ты заебал меня. Выключи свои программы все, блядь. У меня компьютер не выдерживает, не вытянет. Выключи программы все свои, блядь. RTX выключу. Трассировку лучей. Я сегодня делал скриншоты с трассировкой, без трассировки. Что-то разница, блядь, не особо. Чего, трассировка в Варкрафте? Ну да. Фига себе, что трассировать. Лучи. Лучи. Обалденно, какие? Так тут есть заклинания, которые светятся. Тут типов вот фонарики светятся, факела. Ну а для чего еще трассировка нужна, блядь? Не, а вы мне кофе не приготовят, блядь. Попу мне не помою, блядь. Вот это класс, блядь, вот это класс. Нет, в плане того, что, мне кажется, Warcraft — это та игра, в которой, ну, это вообще ненужная функция. Ну, хуй знает. То есть, в Майнкрафте... Трассировка, допустим, в Киберпанке, это одно дело. А в Майнкрафте тебе никогда не освещала трассировка, блядь. Ну, начнем с того, что в Майнкрафте трассировку еще надо какое-то железо иметь. Чтобы супер трассировка. Этим все решается. То есть, если в солитере выйдет трассировка, и она будет требовать 2, блядь, RTX, блядь, 4090 Ti, блядь, то тогда это тоже будет оправдано, потому что она надо сначала. Мы говорим про то, что в Варкрафте всего там пару штучек, которые можно, типа, изменить отражение лучей, и что ты с этим сделаешь? Ты конфигуришься? На самом деле, трассировка лучей означает просто то, что есть какие-то объекты светящиеся. Любой объект светящийся, типа... он преобразуется. Потому что тут дохуища скиллов, тут, блядь, свет решает от, я говорю, от факелов, блядь, от разных фонариков. И Лидан пизду даёт, когда, блядь, светится. Такая хуйня вся. Я когда монтировал Лидана, я сам ему, я в итоге дополнительный свет настраивал в фотошопе. На его татуировку. Включил бы трассировку, не нужно было, может. Не, типа, если нужна эта трассировка, то можно просто добавить в каком-нибудь эффекте. Охуенно. Или еще закрыть глаза и представить. Да, Варкрафт даже не нужно, надо платить за подписку. Да, согласен. Я нахуй. Блять, я заебал. Я только прилетел, блять. Я заебался плавать тут уже. Я уже почти долетел, я вот в гору уже собираюсь. Если бы не счастливый баничек. Пока плаваем мы. О, кстати, вот тут в ВЛК хотят добавить жетоны. Уже добавили. А, да, уже. 18 тысяч на полной горе стоит. Так это же нихуя совсем. Это дохуя. Да чё это? У меня 2000 голды на маге. Я не понимаю, тут, блядь, невидимые стены, я застрял, блядь. Пиздец. Блядь, проще сдохнуть. Охуенно. Просто, блядь, я не могу даже... Ой, да в пизду. Мне игра сломалась, блядь, поломалась. Если застрял, я капель не могу сделать, блядь. Если застрял... Я застрял. Если я застрял. Да завали свой пиздак, блядь, и послушай меня нахуй. Я извиняюсь. В настройках можно убить себя, если ты застрял. Что-то там, блядь. Где-то параметры. И где-то там.
Че, ман в жизни себя убьет еще? Помогите. Блять, Вов. Анс. Так, блять, как, сука, блять. Да не, это можно решить, просто смешно. Сука, блядь, у меня настройки, у меня даже настройки не грузятся. Подлететь к тебе, вызвать тебя на дуэль, убить. А, в поддержке, настройки, поддержка, блядь, там. Не, что? Надо спать нахуй, тебе не это все. Доконечная, блять. В смысле спать, мы только начали. У меня не грузится нихуя, я спать хочу, блять. У меня компьютер не говно, блять. Короче, прошло пару. Иди нахуй. Вон, услуга обслуживания. О, все, меня убило. Ебать, я приземлился, а как? Поздно, покинуть тело. Опять загрузка. Ты где, Леон, блядь? Это предмет куда? Какие, блядь, мне дай предметы. Смотри, Вань, вот это вот ты. Иди нахуй, я... Меня тут нет вообще. Я слишком крутой. А, ты вот это, вот это. Нет, это... Это моя... Надо, что твоя, блядь, что твоя... Нет, да. Ты богиня максимум. 400. Чил нормально. Сколько? Пупи-па, пупи-па, пупи, пупа. Куки, кукихи. Кукихи, кукихи. Чё здоровый дупль? Это я. Вечная тропа. Вечная хуйня. Блять, шутка просто, я не знаю, настолько охуенная. А ты только что придумал, или ты типа заготавливал? Или ты реально можешь вот такую вот охуенную тему просто вот... Вань, сам закрой, пальчик. Выдать, блядь. Да, пожалуйста, пожалуйста, Вань. Пожалуйста, да, пожалуйста, пожалуйста. Ну, правильно, Макс? Вообще правильно я сказал? Ну, Вань, все верно, все верно, все верно. Я тебе кикну сейчас реально отлично. Все верно, Вань. Я, блядь, счастливый, я плаваю, мне. Мамку свою кикни, блядь. Здесь нет. Я самый счастливый человек. Он в портал в этот есть. Штормград. А я лучше не увижу, блять, и вы меня не увидите, сука. Жалко. Видите кого? Во. О. Чё? Чё сделаем? Ты этого чипина убить? Да, Вань, ты же выполнял, правильно? Да. Куда меня? Там пара квестов. Невозможно пройти. Кнопки нет. Что там под водой делаешь? Потому что я так и не могу попасть, блядь, по нему. Мне персонаж отказывается бить. Так ближе подойди. Дубина.
Убитый Левиафан. Так, что дальше? Ну что такое не убивать? И дракончиков. То, что надо. То, что надо. Лё, ты дракончиков спасай. А я это... Я тоже дракончик, мне тоже спасти надо. Я дракончик, спасете меня? Ты не дракончик. Ты урод, Ры. Ры. Что это такое? Так, а потом нам реально в Вельшару нужно идти? Так, а что дальше? Я всех дракончиков или что мне еще сделать? Вон дракончик. Левиафан появился. А Левиафан больше не нужен. Встретитесь с Меритой в храме Луны в Вельшаре. А чё дальше? Чё ещё сделать надо? Убивать челиков. Он у нас 90%. И освобождать дракончиков. Дракончик. Куда улетел? Сосы. И дальше. А сдавать не сейчас. Верните зал сердца, блядь. Найс, я еще не подожди, не поговорил. О, это кто? Авиана? Топ что? Полубог. Между прочим. Полуголая. Нет, полубог. Комба Авиана, а Авиана кто там, блядь? Я не помню. А что делать дальше? Ремул или нет? Что дальше делать? Куда идти? Я не знаю, у вас написано, а не у меня. Макс, куда идти? Зал сердца. Угу. Там Шторград есть, портал сзади. Да. Блин, мы Паралус избирался туда. Ко мне решение. Офигенно, куда мы вернулись? Может, это что такое? Через портал. В портал просто. Ой, блядь. Ой, ебать, здорово. А тут нет? Ульдом, подземья. Сумеречное Нагорье. Хиджал. Нету. Требуются припасы. Уже выполнены припасы. Ничего не требуется. Опять надо завтра чипсики купить. Нет. Да. Нет. Чипсики. Или сыркосичку. Хуй, блять. Хуичку. Чипсики подешевле, чипсиков можно набрать больше. Ты что, дебил? У тебя, блядь, ты умрешь. Если ты будешь столько чипсиков. Чего, чипсиков? Да. Ты чипсы каждый день жрал на протяжении недели. Не правда. О, смотрите, урм, ничего. Че дальше? Сюда? Старый шрам. Это лев? Тигр или... Не, лев, блин.
Опа, я готов отправиться во дворот. Куда? Там, где это смертокрыло? О. Нету, водоворот. Водоворот. А ты водоворот. Ты там, где... Там этот смертокрыл похоронен. Так, сейчас. Секунду, я все эти квесты уберу. Я думал, что нет ограничения по квестам. Оказалось, что есть. Ёпта, какая-то здравая махина. Поезд пиздатый. Так, ага, есть. Что дальше? Хочу сядь водоворот. Игрушный тотем. Рендурай, это ж бездна. Сердце Зеро, так это 194 левел у меня. Тебе не хуйня какая-то. О, Латрана бежит у нас здесь. Макс, ты что? Засчитывается, Макс? Ага. Тут чё? Тут же час ночи. Блин, скоро спать надо, так реально идти. Не, спать надо идти, спать надо идти, надо спать идти, блядь. Спать срочно, блять, это ж пиздец. Дальше. Оборона водоворота, можно сдать, слежать. Ну, у нее нет ботинок, чем прикол. Верните сердце. Возвращаемся в сердце. Что
что за бред, блин. И что дальше? Дальше это что ли Гвинеон или что? Квест идти? Там Вальшару нужно расплыть до острова. Во тьме я вижу сны. А, вот. Есть? Нам, да, это нам куда? Как нам туда прийти? Это что, мы ради или я? Я это, в сердце дерот. Может там град, и оттуда басулу сразу же. Телепорт есть, я тут лететь недалеко. Так, сначала штурмград. Слишком далеко. Так, сначала Баралус. Баралус, потом... Нажатар у нас тут. Аквадатор, Старый Горн. Что, ребята, куда потом? Потом в Ассуну. Угу. Ассуна. Так, а куда потом? Я тут. Привет. Привет. Ну, подальше чуть-чуть. Вот так вот. Потом нам наверх надо. Ой, я на собаку повесил. А найди меня. Найди меня. Что надо? Ебать, это что такое? А это мага, короче, вот этот. Или это не он? Он, если что, вон туда пошел. Вон там. Ой, ебать, Макс пил американо. Че, полетели? Да. Вон туда. Сейчас, подожди. Еще пару миссий выполнить и спадки пойти. Да, уже целых 40 минут играем, уже согласен. Уже пора уходить, блядь. Ну по спадке. Надо же по спадке. Надо по спадке. Надо по срадке. Здешние призраки продолжают гнать свое отвратительное кино, которое хуже любого яда. Без них вас Суни станет спокойнее. По срадке тоже надо обязательно. В рот. Как без этого жить? Что это грубишь мне? Что ты заебал? В чем? Всем. Например. Макс, чем я его достал? Я так ешь ебу, что ты меня спрашиваешь.
Предположение твое. Да, у меня нет предположений. У мозгов нет каких-то предположений. Я тебя застрял в дереве. И тебе в рот насрук, блядь, ты говноед сраный, блядь. Козёл, блядь. Кушать подано. Ты срун. Ублюдок. Ёбаный. А ты говноед. Ты срун. И шо лучше, блядь? А, нам сюда я перелетел. Здорово, ты большая конина. Мама, если бы только ты была... Я готов. Да будут спокойны, а что делать? Я готов? Я готов. Пока не поздно. Ты гантон. Изумрудный путь снова. Алло, это моя друидская вообще-то территория. Чем ты шел на... помочь? О, я тут уже был. Вы что, твари? О, все-таки вы болям спать буду. Ну там роща слов, там мы. А, это надо убивать это все дело. Я тут уже был, блин, когда рейд проходил. Опа. Вообще, глобал кулдауны тоже уменьшает? Блаблаз. Ну и скорость. Угу. Там глобальный кулдаун тоже уменьшается. Все, 20-20, что дальше? Там еще какой-то квест. Собирать осколки. Какие? Ну тут по полу маленькие валяются штучки. О, валит реально. А, вот он. Я польщина. Нет, пусть не дал. Сильнее. Сначала нужно выбрать... Что за осколки? Земля валяется. Микроосколочки такие. Нихуя не вижу. Я один нашел. Я даже не понимаю, как они выглядят. О, вот второй. Вот это? Блять, а как это заметить? Ставишь карту как из Диабло. Идешь, смотришь так. Да. Что-то это Макс какой-то, блядь. Медленный. Взял квест Лео на дракона? Какого дракона квест? Чего не брал, я вот так сколочки собираю. В Элитре он там стоит, вон. Возьми квест. Где он? Где в Элитре стоит? Вон там в Элитре стоит, вон стоит в Элитре, вон, вон. И что тут надо взять? Квест. Тест. Сука. Вердис. Пропердис. И что, как убеди? Ты придурок, блядь. Подойти к ним и разбудить. Во. Я шкалки еще не собрал. Я тоже не собрал. О, Вердис, Пропердис. Блять, я тебя сейчас переменусь с тебе Пропердис, блять, если ты еще расскажешь о том. А я тебя в Газанюха переименую. И Макс прошу так же сделать. Да, Макс, мол, взял Махинка, давай будем Ваню обзывать, Махинка, блять, делать больше нехуй, блять. Макс, переименуем Ваню в Газанюха? Да, Макс. Мне не нравится Газанюк, вот ублюдок ебаный получился. Тоже подходит, кстати. Еще мы, у нас будет два одинаковых имени, блядь. А где говно? Очень, очень смешно, очень смешно. Говно, у тебя во рту, блядь. Звери ебало свой чмом. Говнило, блядь. Ебало ебаный, блядь. Ебало Обама закрой. Заткнул свои баллы, тебе сказал. Где еще кристаллик один ебучий? Не знаю. Осколик. Один осколик. Осколик. В очке у тебя нолик. Осколик.
Молик? Молик в очке. Молик в очке. Молик в очке. Молик. 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 Молик в очке — это норм, кстати. Молик. Так, мой, так мало. Что ты носом своим тут смотришь? Перестанчики. Нет. Перестанчики еще. Блять, я медведь. Может тут? Тут мои лежат только. О, вот. Это. Нет. Или тут? Тут нихуя нет. Сука. И тут нихуя нет. И тут тоже. А может там? Ебать. А тут отверстие, блядь, было. Оху. Дырка в стене. Дырка у тебя в жопе. А в стене отверстие. О, я нашел кристаллик. Нет. Сосед член. И тут и каркарий, блин, какой-то. Каркарыч, а, короче, вон кристаллик, блядь. Оставь кристаллик, сука. Мой кристаллик, все. А тут еще один был до этого. Каркарыч, разбудись. Каркарыч, сюда. Все, тебя достигнут. Наберете олухи. Теолог, блядь. Наберете олух. Теолог. Ваня, уебок его. Ты не собираешься набирать даже, ты сучка. Ну что, я тебе номер свой не давал. Я не собираюсь. Не, я не просил, блядь. Телеграм. Просил, умолял меня на коленях. А, блядь. Где Зера, можно не спросить? Да будут спокойны твои сны. Зера? Где? Где с кем я поговорить? Спи спокойно. Чё, всё? Я готов погрузиться, ага, в изумрудный сон. Охуенный вопрос. Глубже погрузиться. А где она? А где она? Я ну, ничего не знаю про это, я ничего не делал. Ужас бездны. Ужас бездны, нихуя. Глубокое погружение, что? Бездна грозит поглотить всё, что... Дальше попытаюсь. Ужасные щупальца. Я давно должна была её остановить. Чё, охуели, блядь, если ты проходите? А ты? Да, ты. Чипсики, чипсики, завтра поедем, чипсики. Блядь, его убили. Сука! Блядь, я чтоб подождать, нахуй, не засчитал. Привет. Осторожно, акула! Привет. Пошёл нахуй, скотина ебаная. Идём. Посмотри, как у меня лицо довольное. Перчи, перчи, жестко перчи. Это перчи, его перчи. Ой, заебал. Да. Блядь, телепортируется нахуй. О, пушка, пушка, пешка, пешка, пушка. Пешка, пешка, я бомбил, смотрите, пешка. У меня нет цели. Ты долбоёб. Ты долбоёб. Где мне щупальца? Я овечка. Ну хай тебе щупальца, тебе нужно щупальца. Что, я вливаю, блядь. Ладно. Расскажи мне о своих снах. Здравствуй. Да будут побрось осколки в озеро. Я попробую объединить их силой пламени зелёных драконов. Чего сделать? Как? Как бросить осколки в озеро? Как их бросить? Вот так. Нажать на них просто. А где они? В инвентаре. А. На. Не выходит. Это хорошо. Ух ты, ёптушка, это постаршаю встал. Зелёные драконы! Если у вас ещё есть надежда, помогите! Дурак. Нарыгает. Дурак. Блядь, сейчас спокойной ночи. Давай, спокойной ночи. Ты спать? Вот и всё. Спокойной ночи. Просто ушёл. Всем вам. Олег. Ты заценил его дельфинчика? Пипинчика. Дельфинчика. Пипинчика.
А чё, и чё, и чё делать? Я не могу ничего сдать. А, вот. Стоп, ну. Вот тут штучка. Чешуйка. А. Она наполняет... Там новая способность появится сейчас в сердце Азерота. Да. Оба. Так, окей, чё дальше? Я отправлюсь в зал сердца. Вот, отправь меня обратно в шару. Подожди. Тут нет телепорта никуда. Чем я могу помочь? Угу. Похуй тогда в шару. Зеленый дракон ёбнутый просто. Так, я не могу вернуться назад, потому что мне ничего не блокирует. И мне лень лететь, я в, короче, в Долоран эту. А, подожди, стоп, чё, зачем мне углубляться в сон? Хорошо. Задание мне нужно. А почему дочь задание, зеры, блядь? Дочь зеры. У зеры есть дочь. Ну это есть дочь зеры. Расскажи мне о своих снах. Мелитра? Да. А дочь зеры написано на дуре. Здравствуй. Уже уходишь? Стоять, сука. Я тоже руками машу, блядь, машу, 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 машу. Опа, берю. Так, Долоран меня, потом из Долорана меня в Штормграда, из Штормграда в Балралус. Там Силитус. Балралус. И спадки. Как Макс пошел в спадки, тоже спадки. Да, да. Блядь, уже целый час играем, я в натуре что-то, блядь, пиздец, запизделись мы сегодня. Да. Наиграли на несколько дней вперед, блядь. Ну, через 4 дня, блядь. Собираемся и поиграем, блядь, часик. Что ты такой нервный? Потому что, блядь, я хочу играть, блядь. Никто не хочет, блядь, просто бить. Так ты не пишешь, я сижу в FF прохожу. Ты сидишь в Final Fantasy свои баны играешь, потому что. Так ты напиши мне, Лео, пойдем на Warcraft. Я выйду с удовольствием с фанатом. Я что, не вижу твои ебало, блядь, когда я. Когда я только говорю про раунд. Я уже прошел, завтра буду второй раунд проходить. Вот это, блядь, ебало разбить хочется. Так ты напиши мне, Лео, пойдем в Варкрафт. Да пошел ты, что ты, блядь. Значит, не пиши мне с таким предложением. Я хочу, блин, пройти эту ебаную кампанию уже, начать, блядь. Новая игра вышла, блядь, а я играю в старый, блядь, патч до сих пор. Дочь зеро. Зеленые драконы многое потеряли, но не отказались. О, колесо с эквеску. Ответ. Давай сюда. Встретимся на сумеречном ногой. Расскажи мне о своих. Я тоже друид, я тоже штучки. Колдовать. Я тоже поколдую с ним. А подожди, вот. Надо так сделать. Вот, да. Тех, кого уже нет с нами. И что нам дали? И что нам дали? Помнить тех, кого уже нет с нами. Это про Изеру она? Поход. И что? Ничего нам не дали? Мне ничего не дали. Мне тоже ничего не дали. Сейчас спать. Прикольно. Ничего не дали, все, спать. Пока ночь. Спокойнее, блядь, давай, уходи. Я пойду. Давай, уходи, спокойной ночи, пока. Сейчас пойду. Пойду дал Лич Кинга проходи. Ничего не включай, уходи просто. Все, ничего не делай. Спокойной ночи. Спокойно. Go ahead and get some repairs real quick, and then I'll be good. Let me buy a shield spike too.
his relationship with What's-Her-Face was an arranged marriage? No way that girl goes for him? That's what people that are ugly with bad personalities think. Athene is a charismatic person. He's funny. He's interesting. Of course he's going to be able to get a hot girlfriend. How many times do you see some ugly-ass fucking dude with some girl that's an Instagram model? Like, all the time. Yeah, all the time. Like, stop coping. Oh, we got 70 gold in the guild bank. Hey, yo, guys, keep it up. Plate chest piece. Nah, it's not good. That's not good. Why would I even want any of this? This actually would be very good, but there's no way I'm gonna spend that much money on it. There's no way I spend that much money on it either. Like, fuck that. Okay, so, shield spike, iron shield spike, mithril shield spike. What fucking moron is gonna buy this for 8 gold? Get the fuck out of here. Okay. Glyph of rapid charge. Why the fuck would I do this? A shirt made by shirt. Okay, cool. Journeyman riding. I put the shirt on, why not? I'm not asking you to fight for them, I'm asking you to fight for the Alliance. Shut up. I'm not gonna read that. Alright, which one do we do now? We'll do Cath. First they come for Athene, then Andrew Tate, then they come for you. Well, I mean, like, the whole premise of the conversation is that they're not coming for Athene, so, like, that's not really true. But, I mean, you can just keep up, keep quoting things, you know? Anyway, so, like, I don't really know, like, whether a lot of the Athene stuff is, like, true or not. Also, like, McConnell, Помните, герои, страх ваш самый опасный противник в этих проклятых залах. Скрепите свои сердца, и ваши души воссияют ярче тысячи солнц. Завидев вас, враг отступит. Так и не начался. Поход на цитадель ледяной короны начинается. Господин, вы находитесь в самом сердце земель плети. Здесь вас не защитит свет. Ничто вас не защитит. Костяная хватка! Артас, я поклялся, что ты умрешь, а плеть будет разбита. Я закончу то, что начал у часовни последней надежды. Ты бы мог стать величайшим из моих рыцарей, Фордринг. Той силой тьмы, которая прокатилась бы по этому миру и перевернула страницу истории. Вихрь костей! Но тебе уже не суждено им стать. Скоро у меня будет другой рыцарь. Лишь тьму. Сломить его было очень трудно. И я подверг его душу ужасным мучениям. Он так долго сопротивлялся. Вы здесь потому, что наделены особым знанием. Своим вы понимаете, что на мир пало проклятие слепоты. Вам удалось сквозь как вы смеете ступать, вы довольны. Пришла пора взять все в свои руки. На все воля господина. Ваша смерть неизбежна. Because you're 14 levels, I bet you, play это? Way more Если than Бог me. Если Бог жив, то может есть надежда на мир между Альянсом и Ордой? Нужно попасть на верхушку этой проклятой башни. No, и освободить паладина. That's nothing, man. If I wanted to, I would be 70 right now. Да будет так, во имя света. Oh, I need to do this. Let's see. Let's go with. Подготовить усмиритель небес к воздушной атаке на цитадель.
Благодарю вас. Пока вы не прибыли, силы были не равны. Попытайтесь выбраться на бастион. Попробуем встретиться с вами там. Sweeping strikes is, you gotta be in battle since that? That's annoying. He doesn't want to say because he's embarrassed, because he knows that, like, my leveling speed is faster. Запускайте двигатели! Летим навстречу судьбе! So he's, like, trying to be like, Держите шлемы крепче! You're just mad. Like, no, I'm not mad. This is the worst bowl right here. I wish, like, people would just come and bring mobs in here to me. Это еще что? Дайте мне подзорную трубу. Let's see. Клянусь бородой. Корабль Орды несется на нас на всех парах. Маневрируем. Пушки заряжай. I can't get this guy yet. Yeah, see like this thunderclap aggro? Like, that's what it's about. Ах вы псы трусливые. Напали с мальчишка. This would change the game. Ну не говорите теперь. Это не твоя битва. Отступи, или мы рыцарь. Да что ж, не моя битва. Я не знаю, кем ты там себя возомнил, господин хороший, но у меня с Артасом особые счеты. Пали изо всех орудий! Огонь! Огонь! These are just like the worst mobs in the game, man. They just sit there and fucking attack you at range. I hate them. It's like, maybe I should put another point into shield mastery to get more rage. I'll just keep going. It's these sorcerers that are the real dick suckers. You decided to run ZF 20 times? Yeah, I don't give a fuck. I'm just sitting here talking. Like, what do you think I'm getting bothered about? Все дохлые псы Альянса. Все пополнят армию короля Лича. Like, yeah, this даже is relaxing сейчас for валькиры воскрешают I wish I could go out ваших quest покойников, more, like, honestly, чтобы те стали частью плети. Сейчас все будет it's hard еще to do that хуже. With, like, all идите сюда. Я покажу вам, какой силой меня наделил король Лич. Один орк против войска Альянса. Point out. Let me watch this. В атаку! Чем могу помочь? Дворфи! Привет! Во имя короля Лича! So what happened was, so this is the boss from, like, I think it's a stagnation map or whatever the fuck. Actually, it's probably, maybe it's just a meta, maybe it's probably a metamorph. Like one of the metamorph ones. And he did his leap jump, but because he had just got chilled about like a tenth of a second before he did the leap, the action speed on doing the leap was lowered, so he wasn't able to leap out of the slam at the speed that he had expected to. I think that's what happened. I think that's what it was. No, I'm not sure, but like that's kind of like that's what would make sense. Yeah, Okay.
Отступи, Мурадин. Позволь пройти скорбящему отцу. Clip at 10K is that thing now to hold rares hostage? Yeah. Yeah, you hold the rare, and you get somebody that can magic find call it. Lost behind pillar. It doesn't really matter about like the loss. Infidels. They must be purified. Dog who kills he'll knock Hatar. Ты всегда был моим любимчиком. Как это не ловко? Не качайся. Я не забуду вашей доброты. Благодарю, ваше величество. Я не был враг, но многое знал о выживших солдатах. Твой сын сражался достойно. Он пал смертью героя и заслуживает погребения с почестями. That was it's sloppy, but it gets the job done. I just wish we could have like the mage run up there and tag him and block. Like that would be a perfect situation. Джайна, почему it's just so плачешь? Hard to plan that. At your side, okay. Like, that's something that I would probably want to do if I was, like, level, like, 30, 37, right? Because I, like, need to give me so many pulls. Все в порядке. But, просто you know, probably not gonna я happen. Очень горжусь своим королем. Мурадин, защищай палубу. That's a good name. So I have this one right now. Like, I feel like this is just not really an upgrade. Я вызову из Штормграда подкрепление. What's my slash play? 29 так minutes, точно, Ваше Величество! Shaman's too much AoE? I'm pretty sure it's the totem. It's like the fucking fire Nova totem or something новости, like that. Отличные новости, народ! Я усовершенствовал штамм чумы, которая уничтожит весь Азерот! Yeah, it's just they put it down. It's like, I played with this guy the other day, he did more damage than me last night. I was like, there's something wrong, вас right? I mean, obviously there's something wrong. So, that's kind of what I think it is. Magma and fire. Yeah, it's something. I just wish I had a... I wish... Is there anything else that can make me thunderclap more often? Or is 6 seconds, like, just like, that's it? I feel like maybe there's just no other option. No, that's not how it works. The weapon from ZG. Что-то я ничего не чувствую. I have to be 60 for that, though. Это еще откуда? Два слизнюка в одной комнате? Может получиться что-то любопытное. So you see how much more my Thunderclap does now? Like, that's so important. Because, like, if I can't keep aggro, then I don't, then the mobs just do whatever they want, and we can't have that happen. I shouldn't have done this. This is too early. Like I give a fuck. You think I give a fuck about this arm? I don't. It's like a cosmetic ability. Levels. Yeah, here we go. Oh!
I'll go. Damn, I'm barreling. I almost was not good. I was almost not good, though. Like, that's the thing. Holy fuck. I lagged. Like, y'all saw that? That was so stressful. Однажды мы с тобой сражались плечом к плечу, Крок, но ты оказался предателем. Иди же, встречай свою вторую смерть. I mean, it, like, my character is, like, wailed out on such a level that I can AFK and it's fine. It straight up doesn't matter. Прошу, сожгите мои останки. Хочу согреться хоть после смерти. Yeah, it's like, that's how I play DFK. DK right now? Yeah, yeah. It's just normal. Ah. I've been waiting for a real challenge. I remember, like, one of the best streams I ever did. Is remember whenever me, S-Fand, and, like, McConnell, we went and we did this on the beta? That was so, so good, man. I remember that happened, and then the guys on that happened, and then Scarlet or whatever. Oh yeah, remember we did that Scarlet Cathedral, fucking, we did like a Scarlet Cathedral race. It was like Sonya and Soda versus like me and S-Fan, and S-Fan spent like fucking 3 hours getting his spec just right. And, like, everybody in my chat was pissed off. They were like, fucking just join. Just please join. Please, let's go. He's like, wait a minute, one more thing. I've got to respect again. Actually, I think I need one more point in this, right? People are mauling out. Meanwhile, then finally he has, like, this weird fucking spec where he has, like, 7 points in each different fucking tree. And he's playing tank, healer, and DPS all at the same time. And meanwhile, like, Sony and Soda's group, we beat them so much that, like, after that, I ended my stream. And I don't think I hosted them, but I know, like, all of my viewers went over there right afterwards to watch them finish it. Like, I had time to finish my whole run. They were pissed off at each other. It was so good. It was a glorious time. It was a glorious moment for the Alliance. Did you see any of the Taylor Hawkins concert? No, I don't know what that is. No, PvP? What, S-Fan? Yeah. I mean, I did a lot of PvP back in the original game, but I don't know if I'm going to go and... I'm not... I need to sleep at about 608! Yeah.
ваши души! Трепещите, смертные! А теперь почувствуйте всю мощь господина! И... наконец-то! Свобода! Стойте! Феерический финал! Выманите их сюда, и мы вам поможем. Обнажите клинки, соратники! Фрайгулы насмерть будут стоять за королеву льда! Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал. Глупые смертные, думали, что одолели нас, Сан Лейн, непобедимые воины короля Лича. Теперь наши силы едины. Восстаньте, братья, и уничтожьте наших врагов. Наксанар был досадным недоразумением. Сила сферы позволит Валанару свершить отмщение. И прольется кровь. Моя королева. Они идут. Ah!
Было неразумное решение. Я голодна. Моя прелесть. Приятного аппетита. Сдох, сдох, нахопендрёс. Лошок. Пошёл нахуй отсюда. Пошёл нахуй отсюда. Сдох. Вышел нахуй отсюда, я тебе сказал. Не выйду. Чмо, блядь, иди спи, блядь. Я уже на подушку лежу. Я, блядь, задохнулся, блядь, в этой подушке. Чё сделал? Чё? Где? Кто? Сдох. Я проверить хотел. И на какой надо стадии выпивать? Ну вот, это я был вампиром уже. А как понять, что ты был вампиром? Она меня укусила, на меня действовал что-то укус кровавой королевы. Сущность кровавой королевы или что-то такое. Угу. Сейчас посмотрим еще раз. Надо завтра уже будет пройти эту штуку. То есть надо вот сейчас... это... Я не знаю, как... Вот это я не вампир вначале. Что? Как стаки набивать на крыльичье, я так и не понял. Я тебе сейчас покажу. Я голодна. Вот, сущность кровавой королевы. Вот, теперь я вампир, типа. Ты можешь дамку врубить? Давай. Нет, только херня, блин. Там HD качество, тут пиксельное. Ну, извини. Короче, сущность кровавой королевы, я вампир, все, я убиваю. Надеюсь. Да, знаю. Хорошо.
плоть. А где маунт? Через большой дракончик. Это маунт. Ты говоришь, что мне его не дали, блядь, потому что у меня места не было в инвентаре. Ну, кстати, может быть. Не. Иди продай шмотки и проверь ящик почтовый. Ну, письма нет. Тут бы письмо высветилось. Что за хуйня? Че ты рукошу мой? Попробуй выйти из рейда. Может, он там спавнится. И жопу. Чё тебе Олег пишет? КС тебя зовёт? Нет, в фильме так понял. Я уже спать скоро иду, и после этого. Зачем ты пошёл в данж, в рейд без почему не продав шмотки? Почему ты шмотки не продал? Четверкоша мой. А это в четвертом году учится. Сейчас, где? А, это какая-то штука. А в третьем ряду, в последнее. Праздничное очарование. Тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. О, вот он. И будешь молить о пощаде. Его просто дали. Я не буду слушать. Похож на том, какой-то некрасивый. Послужат доказательством. Еще прикольный. Я хочу что-то из Угримара получить. Мне больше всего нравится рейд Угримар. Там многие можно эти рейды. Да за все рейды вот такие вот ачивки дают. Этот. Короче, мы с Максом вот так проходили. У меня видишь? Курсор видно? Угу.
Видишь, вот у меня по центру появляется темная ловушка. Отсчет. Это аддон. Он, сколько он кастанет, вот когда он кастует, бам, просто отойти вот сюда, на следующий квадратик. Угу. Вот так вот ждать, пока на вордалаках заспавнится 30 стаков. Они, чем на ловушку, вот 2 секунды, чуть-чуть подождал, секундочку еще, и на следующий квадратик. А там пишется, кстати, темная ловушка, если что. Да, ну тогда отлично. Сейчас увидишь, типа, она будет сказано. Вот, на этой гуле уже 2 стака. Да, темная ловушка на Шандарис. И вот так вот 30 стаков пока не наберется на одном из типов. Мы вот так вот перебегали просто. Потом на Максе было... Ты пропустил дайминг. Ты рано отошел. Я вообще не отходил, я запизделся. Ладно, убивай лича. У тебя же было уже все равно. Завтра пройду. Ну да, да, это я просто... показал, блять. Так, ну я понял. Короче, ладно, я с падки. Спокойно. Новое письмо от почтальона. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Будет так! Герои, в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Учил Фордринг. Ты привел сюда лучших воинов, которых знал мир, и отдал их в мои руки, как я и рассчитывал. Тебя следует наградить за этот невольный подарок. Смотри, как я буду воскрешать их. И превращать воинов в плети. Они повергнут этот мир в пучину хаоса. Азерот
отпадет от их рук, и ты станешь первой жертвой. Мне по душе эта ирония. Свет, даруй мне последнее благословение. Дай мне силу разбить эти оковы. Невозможно. Хватит, Артас! Твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни! Наконец, я свободен. Все кончено, сын мой. Настал час расплаты. Поднимитесь, воины света! Некуда плакать. Я больше не унесу. Некуда класть. Что привело тебя сюда? Удачи, друг.
пока не могу этим пользоваться. Я пока не могу этим пользоваться. Я пока не могу этим пользоваться. Тебе что-то нужно? Счастливого пути! Я не могу это использовать. Я пока не могу этим пользоваться. До встречи.